Приветствую вас. Сегодня я вам предлагаю посмотреть мод для City Car Driving. Это Mazda 6. Давайте рассмотрим, как она выглядит. Вот такая вот моделька красивая. Сзади Mazda 6 надпись и Sky Active. Так, ну так вот она выглядит. Вид сзади. Капот. И как-то странно, вид пассажирский расположен после водителя. И вид сзади тоже после водителя. Обычно наоборот. Водительская камера самая последняя. Ну ладно, не будем к этому нечего придираться. Давайте посмотрим, как выглядит автомобиль. Чистенький у нас такой. Люк без никаких там загрязнений. Так, смотрим, какая текстура кожи. Достаточно все красиво сделано. Сзади, к сожалению, ничего такого особенного нету. Немножко мутный такой компьютер, вот этот бортовой. Видим, что там картинка такая мегапиксельная. А вот приборка выглядит достаточно красиво. Так, давайте включим двигатель, послушаем звук. Звук послушали. Слушаем теперь, как у нас поворотники работают. Ну, в принципе, стандартные звуки. Здесь все понятно. Да, звуки все стандартные. Давайте попробуем, погазуем. Да, стандартные звуки. И также прошу заметить, на руле тоже такие немножко расплывчатые текстурки вот этих кнопочек. Set, вот надписи неразличимы. Хорошо, давайте посмотрим теперь по стандарту, как она ведет себя в дождь. Для этого включаем дождик. Rain. Все, пошел дождик. А, кстати, я забыл сказать технические характеристики данного автомобиля. Она переднеприводная, механика на 6 или автомат на 6 передач. 223 км в час у него максималка, 7,8 до сотни. Включаем дворники. Видим, что дворники прекрасно работают и все стирают. И главное, что их видно, потому что в последних модах их просто не было видно. Почему-то нету дождя на правых окнах, но может мы просто так стоим, что туда не попадает. Хорошо, выключим, пожалуй, дождик. Клер. Достаточно шумный двигатель, постоянно вот это он гудит. Включаем дворники. Так, теперь включим ночь. Включили ночь, включим подсветочку. Видим, что подсветка работает уже со старта. Не нужно включать свет. Она все время включена. Подсветка вот такая вот. Белая или синяя, даже не знаю, наверное, белая, скорее всего. Посмотрим, как это снаружи выглядит. Снаружи, кстати, такое впечатление, что автомобиль шумит меньше. Вот так вот фары у нас светят достаточно ярко. Давайте посмотрим, что с поворотниками. Так. Нормально показывает поворотничек. Дублирующий есть, но он такой крошечный на зеркале, видите? И сзади давайте посмотрим. Блин, камера просто. Сзади вот такая вот полосочка. Все, выключаем. Перемещаемся в салончик. Да, действительно, вроде бы шум мотора больше в салоне, чем снаружи. Итак, пристегиваемся. Ручной убираем, включаем первую передатчику. Так. Проверяем подвеску. В принципе, нормально проехали.
Кстати, надо включить день, потому что это не дело. Темновато. Достаточно быстрый разгон, до отсечки быстро набирает, как мы видим. Я сейчас сильно не жму. Выйдем напрямую. Так. И вот тут у нас прямая. Так, и погнали. Давим на тормоз. Ну, в принципе, нормально тормозит. При 80 торможение будет вполне себе нормальное. Так, поставлю, пожалуй, на нейтралку и потушу двигатель. Так, что касается автомобиля, давайте подведем итоги. У нас показывают передачи, как мы видим, на приборке. Это хорошо тоже. То есть можно отключать вот этот компьютерные датчики всякие. По салону достаточно привлекательно выглядит, хорошая отделка сидений, приборка тоже вполне себе нормально выглядит, отделка руля, все обтянуто хорошо. Единственная претензия — это на руле плохие текстуры, вы видите, мыльные, и вот на бортовом компьютере тоже мыльные текстурки. А так-то автомобиль достаточно ничего. Хотелось бы, конечно, свои звуки, но имеем то, что имеем. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Подписывайтесь на мой канал. Пока.